Продолжаем парад таких черных вещей. Сейчас это Доктор Мартинс. Такие вот сапоги за 145 баксов. Тут небольшая текстовочка, как они начинали. И все завернуто в пакеты. Достаю только один сапог и ставлю его на коробку. Вот он такой вот, Доктор Мартинс. Блестящая кожа, такая вот полупрозрачная подошва. Тут тоже что-то написано интересное. В общем, молния внутри. Такие вот интересные сапоги Доктор Мартинс. Так что вот такие будут сейчас отправлены прямо.